Перед зрителями установили батлейку, передвижной маленький кукольный театр. В зале выключили свет, и под звуки старинных инструментов развернулось действие религиозной пьесы «Царь Ирод». Первыми на миниатюрной сцене появились стражники, самого Ирода охранники, а за ними и главный злодей – царь. Он истребил за одну ночь всех новорожденных вифлеемских младенцев. После его гнев перекинулся на всех окружающих. Вскоре умер и сам царь. Поучительная постановка смотрелась на одном дыхании. Представление понравилось и детям, и взрослым. Очень молодцы дети, голоса прекрасные просто. Душа замирает. И даже в некоторых моментах прям слезы были. Мне сегодня все очень понравилось, особенно понравились песни. Актеры батлейки также поделились своим впечатлением. Страшно, иногда сложно, когда слова забываешь. Мы репетировали долго, готовились к этому, выступали в музыкальной школе еще. Ну, были веселые моменты, когда у нас царь Ирод выходил, а у него голова не на том месте. Этот вечер без преувеличения закончился бурными аплодисментами зрителей. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.